Здравствуйте, меня зовут Владимир Владимирович Пчелкин, я экскурсовод по Санкт-Петербургу и окрестностям нашего города. Все, кто бывает в Санкт-Петербурге, обязательно посещают Царское село, Петергоф, Эрмитаж, гуляют по улицам и площадям нашего города. Но представить себе Петербург без моря невозможно. Петербург – флотский, морской город. И очень интересно совершить путешествие небольшое в Кронштадт. Это совсем недалеко от Санкт-Петербурга, 35 километров от центра города. Город небольшой, всего-навсего 2 на 4 километра. Знаете, есть расхожая фраза. Здесь каждый шаг – история. Это про Кронштадт, потому что там действительно делались очень многие интересные вещи. Оттуда отплывали корабли для того, чтобы основывать наши новые порты и военно-морские базы. Оттуда отправлялись научно-исследовательские экспедиции. Витус Беринг, Отто Евстафьевич Коцебо, Фадей Фадеевич Беллинсгаун, Михаил Петрович Лазарев. Перечислять можно очень и очень долго. Но не только с военными связана история этого места. Флот всегда находился на самом переднем крае науки. Поэтому в Кронштадте работали и многие медики, физики, электрики, связисты. Это действительно город, где творилась большая история. Будучи в Кронштадте, конечно, невозможно не посетить Кронштадтский Никольский морской собор. Это храм-памятник. Храм, где перечисляются поименно все погибшие во время несения флотской службы. Это еще и очень красивый храм, один из самых красивых храмов мира. Поэтому приезжайте к нам, мы с удовольствием вам все это покажем.